Самый большой праздник по случаю тысячи дней до старта чемпионата мира прошел в Москве. Гостей праздника в столице посредством телемоста приветствовал президент Владимир Путин, который сегодня находится в Сочи. Также в праздновании символической даты в Москве приняли участие известные футболисты. Во всех городах-участниках чемпионата, в том числе и в Сочи, сегодня были запущены часы обратного отсчета. В торжествах участвовали не только те 11 городов, которые примут матчи Мундиаля. Еще 22 российских города тоже решили поддержать акцию.